Всем привет! Да, вы не ошиблись. И вы снова у меня на канале Мир Мистики. Приехал за грибочками, а именно за опятами. Тот раз, месяц назад я здесь был, грибов еще не было. Рано было. А сейчас, как обещал вам, схожу и посмотрю. Смотрите, позади у меня какой рапс. Тогда он был желтый, цвел, а сейчас полностью созрел. Зашел в лес. И начинаю присматриваться, есть ли грибы. Хорошо на улице сегодня, не жарко. До обеда вообще было пасмурно. А сейчас солнце прояснилось. Это в том году я сюда удачно попал. Насобирал целое ведро опят летних. Красивое сегодня небо. Прояснилось. Тут 3 дня у нас было холодно. К вечеру потеплело. Я надеюсь, погода наладилась основательно. Там вот в лесу музыка играет. Кто-то гуляет, хотя сегодня у нас понедельник. Слышите, музыка там слева доносится. Если здесь ничего не найду, грибов, то подъеду в другое место. Я-то за рулем, проблем не будет с этим. Это был странный лес. Сначала я ходил за грибами, а потом грибы ходили за мной. Пока ни одного грибочка. Хоть бы мухомор какой-нибудь попался бы. Ничего. Сколько шишек на земле валяется. Шишкопак называется. Вот второй раз сюда приезжаю, ничего нету. Ничего нету. Как один раз нарвался на грибы. И все. На этом точка. У нас тут есть недалеко еще один лес. Там поздоровее лес. Вот сейчас поеду туда. Вот он. Красавец. За грибок. Как вы думаете, как называется сие творение? Печёныш там занимается зарядкой. Она думает, я ее не вижу. А я еще снять успеваю. Хорошо, наверное, в лесу зарядочку сделать. Свежий воздух. Не знаю, почему здесь нету опят. Такое место вроде как раз для опят. Много пней, много деревьев поваленных. Наверное, разлюбили они эти места. У нас и дожди были пару дней, и жары не было, и грибов пока нету. Вот иван-чай какой вырос. И смотрю, пчела его обрабатывает. Когда мы ездили в Карпаты, там такого иван-чая много очень. Мы покупали уже сушеный. Как чай заваривать. Погодка к вечеру вообще восстановилась. И тепло.
выходим из леса, поедем сейчас в другой лесок, съездим. Пчелы мед собирают. Трудятся, как пчелки. Сейчас ходим к водоему, там поснимаю. Печеныш устал, ну и мне завтра на работу. Завтра начинается рабочая неделя. Опять будет укладка плитки, второй санузел. Кстати, приедет Вован завтра на всю неделю. Надеюсь, мы работы много сделаем. Ну, там и дело уже к завершению идет. Осталось на полторы недели, ну, максимум на две. Планы у нас огромные. Сделать, положить плитку в санузле, на кухне рабочую поверхность. И плюс еще, если успеем, потолки, стены зачистить, загрунтовать и по возможности покрасить. А сейчас сходим к водоему. Прогуляемся тут недалеко. Я уже здесь месяц не был. Тоже как-то снимал для вас видос. Так что вперед. Обечено здесь. Всем привет. На другой. Местечко для гнездования я себе сегодня выбрала. Я на одной стороне дороги был, она на другой. Как там на этих бревнышко? На бревнах? Знаешь, очень необычно. Да. Так сижу. Ну, надеюсь, не последний. Надеюсь, не последний. Да, интересно. Ну что? Детство вспомнила. Пойдем на озеро. Естественно, пойдем. А у нас тут такую табличку. К дереву прибили. Хоть бы привязали, то прибили. Не сори, не будь уродом. Короче, одно лечим, второе калечим. Так че, ты ж не шуми там. Направляемся снова к нашей горке, которая спуск прямо приводит к озеру. Тут когда-то на этом дереве табличка висела. Осторожно, крутой спуск. Кто-то убрал. Это я был здесь в конце мая. А сегодня у нас 8 или 9 июля. Там слышу, как звук мотора, моторной лодки. Я впереди, сзади за мной бельчаныш идет. И бельчаныш за мной не отстает. Тут у нас рыбак сидит. Красота. Это уже через год, это уже через 2 года, а это когда вы стали асом, да? Ну, папа тоже много рыбочек. Бельчаныш тут гутарит с рыбаком, острит чуть-чуть. Говорит, 5 удочек как раз на каждый день недели и по возрасту. Говорит, рыбак только пришел, пока ничего не поймал. Ну, удачной ему рыбалки. Мы пойдем далее. Тут, наверное, кто-то на всеночную приходил. Огонь полил, костер. Там еще рыбаки на лодке. Там, наверное, у них шансов чуть побольше, чем здесь. Короче, бельчаныш говорит, там есть березовая роща. Сейчас пойдем ее искать. Вроде бы.
Вроде бы, ну, поищем. А кто ищет, тот найдет. Или хотя бы ищет. Хорошо, хоть корни есть. Есть на что опереться ногами, как ступеньки. Встала на палочку, она провернулась. Ага, Бельчанин чуть не упал. Говорит Бельчаныш на рыбака: а где ваши поплавки? Он говорит: их нету. Потому что это же спиннинги, а не удочки. Ну как, отдышка есть? Ну, нет. Ну и молодец. Какой крутой подъем был. Ты не грызи. Ты лисичек морвут. Кто я вот еще каких-то. Не сдаешь. Да, рапс, конечно, вырос огромнейший. Еще чуть-чуть и будет ростом со мной.